Деньги, поехали. Привет всем. Нет, надо не так. А как? Надо так. Привет, YouTube! Ну это жестко жестко замазать. Канал Ходос Авто захвачен. Да. Захвачен. Ходоса сегодня вы не увидите, сегодня только я. И мой друг Витос. Привет всем. А вы не ржите, придурки. Да. Сидите там за стеною. Вас никто не звал. Короче, сегодня мы решили рассказать. Да, мы решили сегодня снять небольшой ролик без Миши, потому что он свалил. О чем мы хотим рассказать? Миша свалил, этот сам отдыхает, да, он в Крыму. Да, кстати, короче, вы не знаете один секрет. Миша женился. Женился, и у меня есть шикарное видео. Прям с его свадьбы, которое я когда-нибудь смонтирую, когда он вернется, и выложу на нашем лайв-канале. Но он будет так против, что... он будет против. Почему так думаешь? Я думаю, что будет против, потому что он прикольный такой там чувачок, да, с Сибири, в рубашонке. Я вам очень советую не пропустить это видео, потому что такой свадьбы вы еще точно не видели. Лысый, иди отсюда. Не мешай, у нас идет съемка. Олень, уйди отсюда, олень северный. Это сам северный пацан там. У них там оленеводы там большинство, но он один из них, короче. Да, пришел с возврата двигатель от Mazda LF. Вот, что с ним случилось, мы еще не знаем. Mazda, мы его не скрывали. Mazda 6. Mazda 3, Mazda 6. Mazda 6 была. Mazda 6, да. Вот сейчас я вам покажу его. На, Виталику дам микрофон. Потому что нас никто не снимает, мы же вдвоем здесь. Да. Короче, двигатель с Mazda 6 LF, короче, приехал на разборку с возвратом, был стук. Ну, двигательный стук, что там внутри, непонятно на самом деле, надо будет скрывать и смотреть. Купили мы его за 20 тысяч рублей. Молдова. За 20 тысяч рублей. А там проиграли или выиграли, это уже не важно. Мы этот двигатель купили ради того, чтобы заснять вот съемку, короче, разборки, сборки. И что продают на разборках, и на что можно, короче, с чем можно столкнуться, и на что можно попасть. А там по ходу разберем, посмотрим. Может быть в плюсе, может быть даже в минусе выйдем. А это уже будет после разборки. Стук, конечно, это колено 100%. Но что там с ним конкретно, мы не знаем, поэтому мы вскроем его, наверное, завтра, послезавтра. Все это будем снимать, попробуем его восстановить и забарыжить за... Кстати, забарыжить его, ну, там уже посмотрим по обстоятельствам. Да. Кстати, сейчас Илюха покажет двигатель, который продали с пробегом типа 30 тысяч километров, в каком он состоянии. Мы просто были в шоке, когда просто поставили на него. Илюх, покажи просто. Двигатель просто идеальный. На самом деле, просто снаружки идеальный. Его никто не отмывал. Эти люди, у которых мы взяли, они этой ерундой не занимаются. Они реально тащат это все с Японии и продают. И если есть возвраты, они на самом деле все возвращает и принимает. Посмотрите на этот движок. Ты можешь снять со штатива? Да. Я снимаю все, Витас. Короче, идеальный двигатель, он в работе не был. Но по каким-то причинам он стучит в работе. По движку видно, что здесь оригинальный герметик. И видно, что он не вскрывался, потому что все болты, когда движок вскрывается, на гранях болтов видно, что там была головка. А на этом двигателе этого не видно, значит, он не вскрывался. Болты никто, я думаю, не менял. Чтобы обмануть клиента. Вот такая вот ситуация. Помпа идеальная. Ролик прошел херню. Но это говорит о том, что даже если двигатель на внешний вид как новый, это совсем не факт, что он поедет. Да. Поэтому очень важно, чтобы люди вам давали гарантию. И лучше, чтобы вы этих людей знали хорошо, и они давали вам гарантию не только на словах, потому что если он не поедет, поменяют они вам мотор или нет, это зависит только от них. Вот такая вот история. Так что мы его завтра будем вскрывать и покажем вам, что внутри.
Я думаю, внутри он тоже как новый. Но какой-то косяк есть. Какой-то есть. Ладно, короче говоря, до завтра мы его вскроем, посмотрим, покажем. И тогда будет видно, решим, что с ним делать. Может, мы его на алюминий сдадим. Да. Тоже вариант. Ну, 20 тысяч рублей. Лоханулись просто, пацаны, и все. Да, хик его знает, что. Посмотрим. Но на самом деле это ради кино все было сделано. Да, только ради кино.